арсеналом своих 10 шагов. Бейерли. Ну, зону играет. Лайдей ушел в правую сторону, а на его место Петя Самойленко не успел выйти. Хороший ставит заслон Саврасенко. И здесь, с той же точки, что и Каша. Приглашают другие команды. Здесь Бейерли с мячом. Получает заслон, но практически его не было. И сразу идет атака, не задумываясь. Быть игрока, чтобы не было смены. Лайды, хорошая передача. И ну, здесь, да, здесь надо забивать. Кашир был у Лайды, поэтому мяч остается в атаке у Спартака. Каширов с мячом. Кейру. Ну, не хорошая была атака. Висели на игроке. Сколько же мячей Бейерли подбирает. Бейерли, да, и подобрал. И, возможно, ее можно было защитить. Если бы была... Ну, Бейерли набирает свои первые очки. В среднем... Много работать приходится. Ну, после Нового года трудно поймать задор. Год начался. Ну, Лайдри охватил Кейру. Здесь можно было уже ну, почти здесь, умышленно я давать. Я думаю, умышленный фолстоп. А мы видим Заманского, который не раздевался сегодня. Игорь, много лет проиграл он в казанском Униксе. В Химках очень много лет проиграл. Да и трехочковым он да, универсал. Попадает. Да, универсал. Поменьше играет под щитом. Хорошая класс. Передача очень. Ну, забивать надо мяч. Даже. Подбирает этот мяч. А здесь уже Уилкинсон отдает спокойно Лайдею, который организует эту атаку. Два центровых было наверху, получает Саврасенко мяч и забивает даже, его. Да, стабильно, хорошо. Ну, тоже. Хорошая, я скажу, игровая ситуация бывает. Молодец, Саврасенко. Хороший получает. Да и я скажу, и Келли рядом был, поэтому тяжело было бросать оттуда. Ну, здесь Лайдей, да, здесь уже надо забивать, потому что... Бейерли. Здесь идет сразу Бейерли. Ну вот, вышел Спартак из 10. Бейерли бросил, засчитали 2. 17-11. Ну, осталось 10 секунд. Я думаю, Казань будет играть до конца. От Саврасенко получает заслон Лайдей. Ну, надо уже атаковать, да. Успел выбросить и попал. Да, здесь Бейерли с мячом. Лично играют две команды. Пытались сделать и зонную защиту Уникс, и зонный прессинг делал. Приходи, забивает. Зонный прессинг пытался после штрафного сделать Санкт-Петербург. Но пока это было эпизодически. Вот здесь Бейерли подбирает, ну, я думаю, забьет сверху, да. И сразу она не позволяет ногам работать. И человек остается на месте. Естественно, надо фолить. Здесь 2-3. Еще 3. И мы уже с вами. Грир ну, потерял этот мяч, потому что тяжело было ему сейчас. Бейерли. Еще раз издали и еще 3 очка. Три раза подряд. Вот вам и старт. Но Келли не было пространства для маневра. Но опять-таки Бейерли подбирает этот мяч и... Бейерли... казанцы могут сравнять опять то положение, которое было после первой четверти. О, хорош! Хорошо, конечно, сделал Рэпи этого мяча. Полноценная атака у Казани. Ну, в первой четверти. Победил. Бейерли с мячом и очень хорошо находит. Видно, Домиркан с мячом. Лайдей забивает мяч, опять не забивает, но здесь опять Бейерли с мячом везде успевает. Хорошо отдал мяч. Ой-ой-ой, ты какой забил в падении. Какой, да. Я думаю, что процентное отношение попадания трехочковых очень слабое.
А Мавро Кефалидис забивает этот мяч и сравнивает счет. Такие баскетболы — это пик-н-ролл. Перехватывает Беверли мяч. Ну, я думаю, здесь Лайдей, конечно, расточительно отнесся к этому. И забивает, и выходит, еще будет пробивать. Уже так не допустил к центральной линии. Демиркан с мячом теряет этот мяч. Ну, Беверли, мы видим уже второй раз, что это из неудобных ситуаций. Один раз только было, когда ему надо было на флажке атаковать, его поставили снять решение в проходе для того, чтобы как-то учить. Лайдей забивает тем временем два штрафа. Два из двух. И счет 40. И с таким, с одним шагом забил этот мяч. Последние минуты третьей четверти. Разворачивается Лайдей. И такие, да, он опять забивает. Бегом. Ну, можно похвалить его, что он все-таки добился этого результата. Он максимальный перевес сейчас. Плюс 13 в пользу Уникса в этом матче. И здесь Беверли атакует, забивает. И быстренько все это нивелировал. 5 подборов, 6 передач. Хорошие Уилкинсон. Цифры. И это и Майкл второй Уилкинсон. Подряд второй забивает, точки, опять, да, делает. Появляется на площадке. Похоже, что... Ты думаешь, сдались? Белый флаг выкидывает. Ну, я думаю, еще нет, наверное, потому что состав еще есть, играют. Демиркант. Здесь Лайдею, конечно, надо атаковать. Забивает. Здесь я бы уже, да, сюда было поиграть. Тем более, счет в пользу команды Уникса. А здесь вот, даю по 20 очков. Делал перелом игры. Очень я вспоминаю это. Так, к слову. Ну, наверное, скучаем, Грира не хватило. Не хватило. 53 Беверли забивает штрафной. Это 24-й, 25-й очко. Беверли с мячом. Против него Грир играет. Саврасенко. Так как он прошел, Беверли прошел игроков. Но Леша играет, не боится с ним. Ну, давайте. Интересно очень было, да. Зазулин, Беверли. Леша остается с ним играть. Но будет проходить или атаковать. Забил. Тут, какой мяч. Это...